знаешь, когда человек талантлив, сейчас брат один подошел, говорит, как понять, что я призван? Ну как, да? Смотри, призвание не бывает без призывающего. Сначала тебя должен кто-то призвать. Дальше. Просто вспомни, что Бог говорил тебе в самом начале. Мы часто забываем, мы запутываемся, попадаем в суету. И когда мы становимся младенцами во Христе, и Бог начинает говорить с нами. Я помню, как мне Бог сказал, ты будешь проповедовать, и многие спасутся. Когда я приехал в Тюмень, я служил в маленькой небольшой церкви, я вообще не понимал. Было 6, 7, 8, 10, 12, 30 человек. И я говорил, где многие? Потом, когда я получил откровение о блоге, и подписалось десятки тысяч, сотни тысяч человек. Я проповедовал Евангелие в Альфа-банке на 250 топ-менеджеров Альфа-банка. Я проповедовал на разных конференциях еще где-то. Где бы я ни был, я всегда проповедую Евангелие. Бог об этом сказал в самом начале. И всегда, как определить, где твое призвание и где ты поймешь это по талантам. Почему вы призваны? Потому что вы талантливы. Очень талантливая церковь. Аминь. Очень талантливая церковь. И значит, что эта церковь призвана на великие дела. Аминь. Много талантов, много призвания. Много призвания, много помазания. Много помазания, много дел предстоит сделать для Бога здесь, на этой земле. Аминь. С миром. Спасибо, благословляем. Нет, не по домам пока. Пока по стульям. Это как, знаешь, да, когда майские праздники, у нас же страна чудесная, у меня вот есть партнеры из Беларуси. Вы знаете, что в Беларуси всего 3 дня выходных в год. У них 1, 2, 3 на работу они уже в января. Когда белорусы приехали на один завод, на наш, они взяли его в управление, они когда зашли туда, они говорят, у нас бы давно всех уже посадили, хорошо, расстрела нет. Говорит, как у вас в России все управляется, говорит, неуправляемый хаос. Мы сейчас с пастором на обеде тоже разговаривали, он говорит, ты тут же строишь, и тут же это разваливается. Да? Ты тут же стараешься, тут же что-то делаешь, тут же опять это сыпется. Ты тут же шьешь, а с другой же разлезается. Вот это называется неуправляемый хаос. Что такое хаос? Хаос – это беспорядок. Что такое космос? Это порядок. И когда, знаешь, есть такая эта песня, ты просто космос, Стас. Это неправда, потому что Стас – это не космос. Но Бог говорит, что Он Бог чего, помните? Порядка. И вот в греческом языке Он говорит, я Бог космоса. И есть очень такое замечательное место, где Бог говорит, что Он управляет Вселенной. Представляешь, насколько Бог, Он великий управитель. То есть Бог, Он управляет Вселенной. Есть такое место, где написано, что Он поставил светило дневное и светило ночное для того, чтобы управлять днем и ночью. То есть у Него, под Его управлением солнце идет лучи для того, чтобы обогревать всю эту землю, для того, чтобы был фотосинтез, для того, чтобы мы могли дышать, для того, чтобы у нас был кислород, для того, чтобы перерабатывать этот окислокислый газ. И вы скажете, да это невероятно, это невероятно. Насколько у Бога все продумано, насколько у Бога все четко, насколько у Бога вообще нет ошибок. Наш Бог, Он безошибочный Бог. Аминь. И у кого мы можем учиться управлению? Мы можем учиться управлению у Библии. Потому что что такое Библия? Библия – это инструкция для нашей жизни. Вот у нас есть франшиза, да, и во франшизе есть такая тема – франчбук. Франчбук – это франшизная книга в переводе по-английски, да. И вот если мы посмотрим, да, на Библию, то по факту что такое франчбук? Франчбук – это книга с описанными процессами, которые ты можешь повторять, и у тебя будет успех. За 7 лет занятия этой историей я увидел очень странную закономерность, что ты даешь одну и ту же идею, одну и ту же книгу, одно и то же дело, одни и то же процессы двум людям.
И у одного получается, а у другого не получается. Почему? Самое, что интересно, это может быть один и тот же город. Один и тот же город. У одного получается, у другого не получается. В ком проблема? Во Франчбуке. В том, кто был автором этой идеи. Или в том, кто берет это и либо применяет свою жизнь, либо не применяет. Вот так же, если мы посмотрим в Слово Божье, если мы посмотрим в Библию, почему-то одни люди читают притчи царя Соломона, берут это в свою жизнь, и у них получается. А другие читают ту же самую Библию, ходят в ту же самую церковь, смотрят на того же самого проповедника, слушают те же самые проповеди, учатся в тех же самых библейских школах, но у них не получается. Так в ком проблема? Дьявол виноват. Смотрите. Все очень просто. В нас. Во мне. Во мне. Почему у одних получается, у других не получается? То есть смотрите. Библия говорит, апостол Петр об этом говорит, он говорит, что равнозначно принявшие веру с нами, с апостолами. То есть смотрите, Бог он нелицеприятен, и у Бога нет любимчиков и красавчиков. Как бы вы ни говорили, Бог любит только меня. Ну, мы так все говорим же, да, я у Бога любимчик. Я, короче, красавчик. И это как бы классно все, да, Бог смотрит и улыбается на это. Как мои дети, они все думают, каждый у меня ребенок, думать, что он самый любимый. И я не разрушаю эту традицию в их разуме, пусть они так думают. Лучше пусть они думают так, нежели они будут думать, что я кого-то люблю больше, чем их. Прием. Я не делаю из них равноправие, я отношусь к ним совсем одинаково, но важно, что они понимают, что я их люблю. Нам, как верующим людям, надо понимать, что Бог любит нас. Но в чем история? История в том, что мы берем то же самое слово, берем те же самые инструменты, берем ту же самую Библию, берем еще что-то, но мы делаем что-то не так. Мы начинаем неправильно распоряжаться этим. И апостол Петр, он говорит, вы приняли веру равнозначно. То есть смотрите, вы скажете, у нас у пастора больше веры. Или у Сергея больше веры. Вот у Сергея есть вера на 302 миллиона рублей в год. А у меня нет. И это неправда, это обман. Нам всем Бог раздает одинаково. С неба течет елей, папа, налей, налей. Течет одинаково, небо одинаковое, все одинаково, для Бога все равны. Все у Бога красавчики, все у Бога любимчики, и всем Бог одинаково раздает веру. Но в процессе что-то происходит. Кто-то устает. И когда я вижу людей, которые устали, говорят, я устал служить, я устал верить, я устал там любить, я устал еще что-то делать. И я, бывает, тоже так говорил. Я говорю, да я устал уже, все. И есть такое место, я просто 100 местописаний не буду открывать. Да, я могу цитировать Библию, слава Богу, я ее учу специально. Вы знаете, зачем учить Библию? А я вам не рассказывал эту историю. Ладно, быстро расскажу. Я устроился на завод пластиковых окон после центра. Приехал в Новосибирск, попал на планерку совета директоров. Бог так сделал, что я попал в совет директоров. И они там общались между собой. Говорили на непонятном языке, как вот про того Абрека, про которого я рассказывал. Говорит, не понимаю, что вы тут говорите. Я на них смотрел, там какие-то окна в Рамуге, еще что-то. Завод, я был начальником отдела технического контроля. Бог меня сделал через какое-то время. И я помню, до меня слово доходит. И мне такие, ну что скажешь? Я говорю, а что тут говорить?
паук лапками цепляется и бывает в чертогах царских. На следующей неделе мы опять собрались. Я чуть-чуть разобрался, я узнал, что такое фрамуга, начал учиться быстро. Потом проходит какое-то время, опять до меня доходит слово. Я начальник отдела технического контроля, я должен знать все про это. Но я пока еще, ну, только немного разобрался. Они спорят там, говорят, профиль из Кореи, там, нужен, не нужен, там, придет, не придет. Корейцы задерживают поставки, у них там ты такие дебаты, знаешь, там. Все там что-то спорят, там, ну, там, мужики, ну, взрослые, высшее образование, директор с усами такой сидит, генеральный. Ну, такие усы такие, как у гусара. И до меня доходит слово, а я просто, ну, я вот, вот просто после центра, там, знаешь, буквально недавно. И они мне такие, ну, что скажет начальник отдела технического контроля? Я говорю, а что тут говорить? Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет Господь, туда и направляет его. Неужели сердце корейцев не в руке Бога? Я смотрю, этот директор что-то записал. Тогда еще, ну, там, телефоны не писали, планшетов не было, там блокнот. На третьем собрании опять дискуссии, опять споры, опять еще что-то. И он такой говорит, да вы мне все надоели, слушайте Сергея, он дело говорит. Почему? Потому что я учил Слово Божье. Аминь. И может в твоей жизни так произойти, что ты можешь оказаться без инструкции, телефон может сломаться, Библию может потеряться, сгореть, пожары или еще что-то. Но ты как в книге Елая, ты можешь читать Слово Божье так, что даже если ты ослепнешь и не сможешь читать, я что-то читаю, плохо видеть. Ну, как бы в конце, там я вижу теперь близко только, да, и вдалеке, я недавно кино смотрел, там буквы растворяются, знаешь, уже, думаю, я уже молюсь, говорю, Бог, дай мне новые глаза, я хочу видеть далеко. Ну, пастор говорит, ты видишь далеко, я говорю, хочу видеть далеко. И я думаю о том, что Елай, он даже, это книга Елая, да, вот это, вот помните, он ослеп, и он знал Библию наизусть. Аминь. И поэтому, когда мы смотрим Слово Божье, это наша инструкция. И что это за инструкция? По факту, смотрите, это инструкция для управления нашей жизнью. Но я однажды приехал к одному партнеру в один город, и у него, там мы когда учатся, мы выдаем грамоту, ну что они окончили обучение, еще что-то. И у него реально, знаешь, висит грамота на стене, стоит мой портрет. И я говорю, еще свечки не хватает. Ну знаешь, мы там вот стоим с ним вместе, как я ему вручил эту грамоту. И я ему говорю, ты когда начнешь работать, зарабатывать, когда начнешь? Можно как бы, знаешь, там, ну, кто-то иконами обкладывается, кто-то грамотами обвешивается. Вообще, кто такое грамоты? Знаешь, что такое грамоты? Грамоты – это твои прошлые заслуги. Вообще, в Царстве Божьем прошлые заслуги не учитываются. Итак, инструкция для управления. И что такое управление? Управление – это то, что мы увидели однажды в МВД на стене. И мне это запомнилось на всю жизнь. И там было написано, управление – это правильная постановка задач и контроль их исполнения. Смотрите, оно делится на три этапа. Первое – это правильная, четкая, ясная постановка задач. Второе – постановка, их надо поставить, то есть должны быть задачи. И третье – контроль их исполнения. То есть смотрите, если ты начинаешь ставить задачи неправильно, то какой будет результат? Неправильный, не тот. И часто очень мы, как управленцы, мы говорим, иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, сделай то-то и так далее. Второе. Задача должна быть поставлена. Как вчера мы были в кафе, она говорит, у тебя есть мечта, спрашиваю официантки. Она говорит, есть, но я не скажу. А как ты хочешь, чтобы у тебя появилась команда, чтобы у тебя появились какие-то люди, если ты спрятал, скомкал, затырил, заныкал свое видение, и ты как бы его никому не говоришь. Как ты хочешь найти единомышленников, как ты хочешь найти тех людей, которые с тобой разделят это видение? А в Аввакума 2.2 написано, если есть у тебя видение,
Запиши его ясно, дабы слушающие тебя могли разуметь, непременно сбудется и исполнится в свое время. Аминь. То есть у тебя есть видение, у тебя есть задача. Дальше что? Ты должен его записать четко и ясно. Следующее, должны быть кто-то, кому ты ее должен сказать. Аллилуйя. И потом непременно сбудется и исполнится в свое время. Вам короткий курс сейчас по постановке целей. Как это должно делаться? И следующее, если ты поставил задачу и дальше не проконтролировал ее исполнение, то, скорее всего, она не будет сделана. Теперь смотрите, с кого начинается управление? Аминь. Ты должен сначала начать управлять своей жизнью. Прежде чем ты кем-то хочешь управлять, детьми, еще там, не знаю, женой своей, домом своим, сотрудниками, командами какими-то. Ты собой не можешь управлять. То есть ты не можешь управлять просто собой. У кого из вас есть календарь? Кто пользуется календарем, вносит себе туда задачи, полностью как бы проверяет, может быть, это ежедневник, может, это Google календарь или еще какой-то. У кого из вас есть цели написанные? Кто из вас, не поднимайте руку, не палитесь пока. Кто из вас написал цели, прибил на холодильник и возвращается к ним только в конце года? Кто из вас выделяет определенное время для того, чтобы планировать свое расписание? И кто выделяет определенное время для того, чтобы срезаться по этому расписанию? Это называется управление временем. Тайм-менеджмент. Я живу за городом, у меня расстояние 29 минут. И я выстроил свою жизнь так, что я еду, когда туда, я думаю о дне. Когда еду обратно, я рефлексирую и срезаюсь. И если вы посмотрите в мой календарь, к примеру, да, то вы увидите, что моя жизнь, она расписана. И когда, конечно, ты смотришь на каких-то людей, которые достигли успеха или еще чего-то, это люди, которые научились управлять собой, а значит, тремя главными ресурсами. Кто знает, какие три главных ресурса? Время, деньги, силы. У нас есть вот замечательный проект, мы сейчас с Николиным делаем, университет мышления. Я, кстати, если вы позволите, я закину ссылку потом в общий чат, кто хочет, сможете добавиться. И мы там с удивлением обнаружили, что христиане вообще в этой теме просто мимо. А теперь смотрите. Сыны века сего проворнее сынов света в своем роде. Почему? Потому что мы можем обгонять их в духовной жизни, в молитвенной жизни, еще в какой-то. Но люди, которые там, почему они успешнее, чем мы? Почему вы в этом городе не являетесь в бизнесе, в каком-то труде, в своих талантах, не являетесь номер один? Знаете почему? Потому что вы научились молиться, поститься. Это и то хорошо, если научились. Но вы не научились управлять собой, своим временем, своими деньгами и своими силами. В этом просто дыра, просто провал. И вы говорите о том, что вы хотите с кем-то конкурировать, вы говорите о том, что вы хотите стать головой, а не хвостом, но при этом вы не хотите платить обыкновенную цену, цену управления. Потому что, смотрите, что такое управление? Это ди из двух слов состоит. Сцеплина. Всего два слова. Дисциплина. И дисциплина – это всегда цена. И это всегда настоящая жертва. Потому что Слово Божье говорит о том, что предоставьте тела ваши в жертву. Для чего? Для разумного служения Богу. И когда, что значит тела? Тела – это значит, вот оно, моя плоть, Сергей Коростелев. Я беру, дисциплинирую свою плоть для того, чтобы предоставить ее в жертву
для разумного, поможешь постучать себя по голове, не знаю, помолиться, для разумного, служения, не для интуитивного, не для только духовного, не для «я так чувствую», а для того, что ты включаешь масло в голове и начинаешь служить Богу разумно. А что значит разумно? Это значит, что ты начинаешь управлять своей жизнью. Я сейчас вас даже не буду пока погружать, в точку как бы управления компаниями, бизнесами, потому что я понимаю, где я нахожусь. Все начинается с тебя. Дисциплина – это мать порядка. Так говорил Суворов. Я добавил, это мое высказывание, а порядок – это отец денег. Денег нет, потому что нет порядка. И это не только десятины касается. Десятина – это вообще сакрально, это святое, это святыня Господу. Это уже, знаешь, полдела навести порядок в десятине. Но в то же время многие из вас, прием, мы здесь жесткое мясо проповедуем, многие из вас жертвуют десятину годами, но у вас нет денег. Столько, сколько бы вы хотели. Потому что, да, молодцы, аллилуйя, очень классно, верны в десятине, слава Богу, но это только начало. Вообще есть три десятины. Десятина денег, десятина времени, десятина сил. Если ты хочешь решить в своей жизни вопрос начальный, это уровень А, Это только вообще детский сад, ясельная группа, третий класс, начальная школа. Десятина денег, десятина времени. Выделяй, посчитай, сколько это часов, сколько это минут в день. Сколько ты выделяешь для Бога. На служение, на молитву, на чтение. Не только на вникание в себя духовно. Вообще, сколько ты служишь Богу. Вот я знаю, я понимаю, что если я пишу пост в интернете про Бога, этим я служу Богу. И дальше, сколько сил, сколько энергии ты тратишь на то, чтобы служить Богу. Это первая точка. Дальше, что мы должны сделать? Мы должны начать дисциплинировать свою жизнь. Это значит упорядочивать свою жизнь. Чему мы еще вот учим, к примеру? То, что я могу передавать, да, уже около 10 лет, наверное, я веду календарь. И я следую этому календарю. И знаете, что такое предоставить себя в жертву? О, сейчас вообще вы просто получать будете откровение. Я знаю, что вы такого не слышали. Это значит предоставить себя в аренду. Ты боишь себя и предоставляешь себя в аренду Богу. Есть, знаете, вот аренда на 49 лет, да, землю сдают. Есть еще какая-то аренда, да? А есть вот такая вот история интересная, что ты предоставляешь свою плоть, сдаешь ее в аренду Богу. И как это происходит? Ты, да, ты берешь как бы, и тебе хочется сползти с этого жертвенника, так или нет? Плоть, она постоянно, она хочет убежать. Бог говорит, предоставьте, предъявите документы. Вот договор. А договор – это Иисус Христос. Как я делаю, как я управляю своей жизнью, как я планирую свой календарь? У меня есть долгосрочная аренда, подписанный с Богом договор, мой завет, когда Иисус Христос пришел в мою жизнь. Я подписал с Ним долгосрочный договор. Он у меня до смерти. До смерти. Не хотелось бы, чтобы крестный, конечно. Также. Я двигаюсь всегда периодами. Вот сейчас у меня с Богом договор, что я буду заниматься бизнесом до 45 лет.
операционно. И каждый, многие это знают, я по дню убираюсь в своей жизни. Это дисциплина. В четверг я не работаю в офисе, я сказал. Я это время занимаюсь обучением, семьей, там, детьми, еще какими-то вопросами, но я не работаю. И я придумал так, что так как я люблю свою работу, я очень со страстью и с посвящением к ней отношусь, и для меня это дело Божье, бизнес – это дело Божье, где я служу Богу, и это инструмент для проповеди Евангелия. Поэтому я говорю, окей, я знаю свое призвание, мое призвание – проповедовать, и многие спасутся. И поэтому я понимаю, что мне нужно через какое-то время выйти из операционных каких-то моментов и для того, чтобы полностью погрузиться в просвещение, служение и обучение других людей. Потому что мое призвание, в том числе и раздавать удочки и делать миллион миллионеров, рожденных свыше, это мое помазание, то, что мне говорит Бог. Кому-то оно не откликается, кому-то оно нравится, кому-то оно не нравится. Я мне не думаю о том, что кому-то нравится, не рвать, не нравится. Нравится, не нравится, терпимо, я красавица. Владимир Владимирович Путин. И дальше. Как это все происходит? Смотрите, я сдаю себя в аренду, прием, своему календарю. То есть, я закладываю фундамент своего календаря, я управляю своим календарем, но в то же время, если у меня в календаре есть дело, если у меня есть встреча, если у меня есть забито это время, то я его использую для этого. Как это происходит? Я вам практические вещи сдаю. Инструменты такие. В начале года, каждый год, я выезжаю на несколько дней, уже много лет. Это моя берлога, это мое уединение с Богом. Каждый мужчина, для мужчин это очень важно. И, сестры, вы должны отпускать своих мужей, вдохновлять их, чтобы они это делали. Это место, куда он приезжает один на один с Богом, потому что мужчина – это тот, кто будет давать видение, правильный мужчина. Он получает это видение, получает это откровение. И я выезжаю, я планирую сразу год. Ну как я это делаю? Ничего, да, что я делюсь как бы, да, вот практически своим откровением. Знаете, есть одна фишка, а фишка она такая. Я все задумывался, ну тоже вчера об этом немного говорил. Помните, 10% знания, 40% действий, 50% окружения. Это формула успеха. И я планирую сначала свою жизнь. Если мы посмотрим в календарь, как это произошло, однажды я увидел один ролик. Один ролик, где один мужик какой-то из Америки про это рассказывал. Он говорит, запланируйте сначала свою жизнь. У меня еще не было какого-то бизнеса большого, еще чего-то. Я посмотрел ролик 15-минутный и просто его принял и начал так делать. Смотрите, как я делаю. Я планирую сначала свою личную жизнь, духовную жизнь, молитвенную жизнь, церковную жизнь, а потом туда засовываю бизнес, слышишь? У меня утро и вечер, суббота, теперь еще и четверг, и я теперь со временем убираю по одному дню. То есть я бизнес убираю по одному дню. Сразу нельзя выйти из операционки. Ты хочешь выйти из операционки? Поздравляю. Зайди в нее, чтобы операционка тебя вытолкнула. В нее нужно занырнуть. В ней нужно утонуть. Но не так, как тонете вы. Чтобы просто там утонули и все, и уже дышать нечем. Ну, значит, тебе нужно разобраться в этих процессах. И дальше. Потом ты планируешь свою жизнь. И самое важное – оставить окна в своем расписании. Слышишь? Оставить окна в своем расписании. Потому что тогда не будет места для творчества, для креатива какого-то, еще для чего-то. И дальше что? Что такое дисциплина? Я сдаю себя в аренду, я захожу в это, и я начинаю следовать этому. Понимаете? Следовать тому, что сказал Бог, еще что-то. Конечно, я корректирую что-то на своем пути, но если у меня совещание, значит в это время совещание. Что начинает дальше происходить? Люди, которые вокруг меня, которыми я управляю, они начинают подстраиваться под мое расписание, выстраивать свои расписания.
Большинство людей, которые вокруг, они научены этому. У меня есть 3 человека, которые ведут мне календарь еще. Если они внесут мне туда какое-то расписание, бизнес-ассистенты, я делаю это, потому что они меня назначают, ну, это мое рабочее время, понимаете? Вот у тебя есть время служения, у тебя есть время семьи, у тебя есть время рабочее. И это не значит то, что все это надо разделять, это все твоя жизнь. Но просто успех приходит к тем, у кого дисциплина. Просто дисциплина. А что такое дисциплина? Что такое управление? Это правильно поставить себе задачи. Слышишь? Себе поставить задачи. Управление начинается с себя. Дальше. Проконтролировать их исполнение. Знаете, что самое-самое-самое-самое-самое? Вот вы, многие самозанятые здесь поднимали руки. А вы знаете, у меня есть для вас новость. А вы же на самом деле в найме. Ну знаете, что самое страшное? То, что когда вы работаете в найме, у вас есть директор, руководитель, который вас контролирует, еще что-то. А когда ты самозанятый, тебя никто не контролирует. Ты наняла сама себя, дорогая. Или ты сам себя нанял. И теперь что получается? Теперь что? Теперь тебе самому себя еще и надо контролировать. И поэтому в тебе начинают жить 2 личности. Одна личность говорит, мы же теперь бизнесмены с тобой. А должно быть как? В тебе внутри должен, то есть, появиться начальник и подчиненный. Вы скажете, про разделение личности там говорит, да? Ну, это так. Мы уже вообще на другом уровне находимся. Вот я, к примеру, являюсь наемным сотрудником своей компании. Я являюсь директором, и я являюсь инвестором еще, учредителем. И у меня есть такие же партнеры. То есть он является директором и инвестором. И мы, бывает, разговариваем, и я говорю, мы сейчас как с тобой разговариваем? Ты кто сейчас? Как имя тебе? Приходит один партнер, говорит, подними мне зарплату. Я говорю, ты сейчас кто пришел? Я как директор. Я говорю, давай уволим тебя. У тебя зарплата 80 тысяч. Говорю, давай другого наймем, он будет работать лучше, чем ты. Он дисциплинированный будет, все нормально, за 60. Репу чешет. Я говорю, может быть, тогда ты как инвестор, мы поговорим, и мы с тобой придумаем, как там чистую прибыль поднять для того, чтобы больше зарабатывать, а не зарплату тебе натянуть повыше, чтобы ты делал то же самое и зарабатывал больше. Вот это управление, друзья. Мы так мыслим рамками компании. И здесь что происходит? Здесь происходят как бы простые вещи. То есть ты должен начать управлять своей жизнью. Пока ты не будешь собой управлять, ты никем не сможешь управлять. Никем. Никем. Давайте откроем одно место. Оно очень важное. Руфь 1.1. Руфь 1.1. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Больше можно не читать. Почему произошел голод? Давайте, давайте, это простое местописание. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Порядка не было. Ну, это эфемерный ответ. Почему произошел голод? Когда управляют все, не управляет никто. Почему они начали просить царя? Потому что вот это демократическое управление, оно не работает. Работает только конкретная теократия, иерархия. Вот эти вот все голубые океаны, бирюзовые компании. Ну, знаете, что такое бирюзовая компания? Почитайте. Я приехал в компанию Mail, учился в MBA, 5000 человек. И там у них и перловка, и фрукты, все бесплатно, и в компьютер можно играть. И фитнес-центр, и я целыми днями там приезжал 3 дня, они там крутят эти педали. Я спрашиваю, они когда работают? У нас бирюзовая компания. Они так улыбаются все еще. И когда мы остались одни,
с их руководителями. Я говорю, давайте по чесноку. Они говорят, Сергей, мы не знаем, как уволить эти 5000 человек и где нам взять новых 5000 человек. Почему? Потому что когда никто не управляет, случается голод. И такое управление, знаешь, когда работает. Поверьте, у меня много бизнесов, и есть сейчас бизнесы, которые находятся под не очень управлением. Тогда, когда очень много денег, только такие бизнесы работают. Потому что все очень просто. Когда у тебя льется деньги рекой, тебе можно не управлять. Там закрыл, там залил, там еще что-то сделал. То есть ты просто заливаешь деньгами. Но ни в какой кризис. Почему есть такое антикризисное управление? Оно требует постоянной работы управленческой над правильной, четкой постановкой задач. То есть сейчас у нас один фокус. Когда мы находимся в кризисе, у нас один фокус – это деньги становятся, правильно? Мы не начинаем делать все действия, которые не нужны. Они в труху у нас летят. То есть ты понимаешь, что если сейчас ты не заработаешь, будет голод. Если сейчас ты в рекламу не инвестируешь, будет голод. Если сейчас ты не начнешь жестко управлять, будет голод. И очень просто, друзья, никто, кроме тебя, не возьмет ответственность за твой бизнес, за твое служение. Не придет ни кто-то наемный, пока ты сам хотя бы поверхностно разберешься, он не сможет управлять. Это все сказки. Никаких бирюзовых компаний не существует, в России тем более. В России было отменено рабство последнее. В Папуа-Новой Гвинее уже не было рабства. А в России крепостные были до революции. Хотя их отпустили, этих людей. Я недавно просто читал про это. Помните, всю землю крестьянам? Им уже землю отдали, но они до сих пор были вот в этом состоянии. То есть эта ментальность этого народа, она пока такая. И мы, как люди Божьи, мы должны получить свободу от этого рабского мышления. И мы должны начать управлять своей жизнью. Мы привыкли, что придет пастор, епископ, начальник, мама, папа, для кого-то черт на катушках, и будет управлять твоей жизнью. Давать тебе команды, распоряжения или еще что-то. Нет. Никто не придет. Тебе уже 53 года. Ты все ждешь, что кто-то тебя должен вдохновить, кто-то тебя должен замотивировать, кто-то еще тебе что-то должен делать. Начни управлять своей жизнью, своим делом, который тебе дал Бог. Начни управлять. Ответственность – это ответ. А ответ один – я несу ответственность, я дисциплинируюсь, это моя ответственность. Все, точка. Ты берешь свою плоскость, неважно, где ты сейчас, в найме находишься, в самозанятости, в бизнесе, в служении, в посвящении, хоть где, просто делай свое дело. Делай свое дело, начни управлять собой, дисциплинируйся. Аминь. 1 Царств 9:17. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И действительно, Саулу было дано помазание, он был красивый, он был высокий, он или еще что-то сделал. Но что произошло с ним? Он перестал в итоге заниматься управлением. Он начал заниматься всякой ерундой. Завидовать Давиду, разбираться, кто прав, кто виноват, или еще что-то. То есть он перестал заниматься своим уделом. В итоге что? Царство было отдано другому, помазание было отдано другому и так далее. И вы поэтому, многие из нас, мы теряем наш венец, который нам дает Бог, просто только потому, что мы не хотим управлять, и мы не хотим дисциплинироваться. По факту мы ленивые, нерадивые, и не хотим просто этого делать, потому что это же жертвовать надо постоянно. Постоянно на этом жертвеннике. Постоянно это аренда. А потом, а что это про Давида говорят? Почему это я 1000, а Давид 10 000? Так все просто, дорогуша. Ты не тем управлял, ты не так управлял. Бог тебе дал все, а ты взял просто все это и прохлявил.
протратил, расточил, истратил, использовал это помазание вообще налево куда-то или еще что-то. Ты совершал ошибки, ты не учился, ты сам стал самым главным в своем царстве. Все очень просто. Ты перестал заботиться о скоте. Помните, Библия говорит, да, в притчах? Конечно. Довольно ли тебе козлов на покупку поля там и так далее? Бог дает всем одинаково, всем раздает, но почему-то у кого-то 10 тысяч, у кого-то миллион. Вот ты делаешь то же самое вроде, еще больше ты начинаешь копировать чужие действия и думаешь, ай, что-то я делаю все то же самое, я работаю больше, чем он, почему же он зарабатывает больше, чем я? Все очень просто. Ты делаешь не то. Глупость делать то же самое, делать те же самые действия, ожидать другого результата годами. Это глупость. Это глупость. Глупый человек. Глупый. Человек, который управляет, это умный человек. Аминь. Матфея 20 глава. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работником по динарию в день, послал их виноградник куда? Свой. Когда кто-то скажет тебе, что бизнес это не от Бога, открой ему Матфея 20 главу. Потому что Царство Божье, написано подобно бизнесу. Что это такое? У человека есть виноградник, у него есть бизнес, и он идет куда нанять работников. О чем это говорится? Это говорится, что это отношение. И поэтому, когда кто-то говорит, что бизнес это от Бога или не от Бога, от Бога. Бизнес, которым управляет Божий человек, это от Бога. Бизнес, который дает тебе богатеть не в себя, а в Бога. Это от Бога, но в то же время идти в тебя тоже, потому что написано, помните как, богатей не в себя, а в Бога. Но суть знаете какая? Бог мне показал эту картину, что я труба, и через меня идет благословение. Многие люди, они получают благословение. Трубы, 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 трубы. И я сказал Богу, помните, я говорил, а что же мне? То есть, благословение проходит через меня, я эта труба, и Бог мне показал конденсат на этой трубе, высокоэтилированный бензин, топливо, энергию, финансы, которые и мне будут оставаться, потому что я достоин. Но как только я начинаю отпочковываться от источника и начинаю закрывать трубу и давать другим людям получать рабочие места, благословлять, платить зарплаты и так далее, что начинает происходить? Меня разрывает! Мой бизнес лопается. Либо вообще иссякает источник, когда от Бога ты отходишь. Либо ты как бы просто блокируешь дальше, благословение дальше не идет. И дальше что? Договорившись с работниками, выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите, и вы виноградник мой, что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других. Какое четкое у мужика расписание. Ну, вы скажете, это про Бога. Да, конечно, это про Бога, 100%. Ну, давайте вот, ну... Рассмотрим эту притчу так. Есть человек, у него есть бизнес, есть виноградник. Он выходит в определенное время, он встал рано. У него будильник. Расписание у него какое-то было. Ну так или нет? Он выходит там во столько, во столько. Он понимает, оценивает здраво ситуацию. Смотри, он прямо здесь, тотчас, ныне управляет своим бизнесом, своим делом, своим уделом и говорит, мне не хватает работников сейчас, надо еще нанимать. Виноград растет, аллилуйя, нужно еще что-то делать. Понимаешь?
И он не говорит, ой, людей нету, мне я не знаю, где их найти и так далее. Он выходит. Он выходит в 9, он выходит в 11, в 5:30. Он там до вечера вообще двигается. То есть с утра до вечера он двигается в этом. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему. Позови работников и отдай им плату и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем разбирать эту ситуацию, как что, знаешь, есть такое еще, не за динарий ли мы договорились. А вы замечали, ну давайте чуть-чуть разберем. Вы замечали, что очень часто все устные договоренности, они со временем нивелируются. Как правило, в большую сторону тебя. Что в семье, что в браке, что в бизнесе, что хоть где. Так происходит. А потом, когда ты говоришь, слушай, ну мы же вроде за динарии договаривались. Ну, что-то я не помню. Оно не было такого. В смысле не было, да? Ну не было. Ты говорил что-то вроде динария, вроде полдинария, там вроде за два мы договаривались. И вот эта история как бы, ну, то есть надо протоколировать ее в письменном виде, ну, чтобы у вас все хорошо было. Научитесь как бы подписывать договоры. У вас будет в бизнесе все хорошо. Договор, как Библия, говорит правду. И мы смотрим на эту ситуацию, на то, что человек, он управляет своим виноградником, он занимается этим уделом. Это касается и бизнеса, это касается и служения, это касается удела, это касается просто твоей ответственности сейчас. Аминь. И у тебя есть управление. Так или нет? 100% так. А запишите место, мы не будем его читать, у нас мало времени, я прочитаю только что. 3 Царств, 3 глава, с 7 по 15 стих. Это про... Давайте быстро прочитаем. «И ныне, Господи Боже, это про Соломона, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, которого избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Большой объект управления достался молодому парню. Да, у него была теория, хорошая теория от его бати Давида. У него был наставник. В управлении тоже очень важно, чтобы у тебя был наставник. И он говорит, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать добро и что зло. Ибо кто может что? Управлять этим многочисленным народом твоим. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И дальше мы знаем всю эту историю. То, что ты просил вот это, я тебе дам и вот это, и вот это, и вот это. А что такое и вот это, и вот это, и вот это? Это ресурсы для управления дальше. Это время, деньги и силы. Как работают ресурсы? Я закончу, и мы помолимся, потому что ну, нам надо ускоряться. Смотрите. Это большая тема, вот я сейчас говорю, это большая тема, ее не засунешь, вам даю сейчас азы, это все понятно. Начните с управления себя. Смотрите, время, деньги и силы. Сейчас опять, я прям знаю, что я говорю вещи, которые вы как бы не слышали, но вы их знали. Смотрите, что такое самозанятость? Знаете, что такое найм? Найм, ты продаешь свое время и свои силы за деньги другим людям. Плохо это или хорошо? Нормально. Ну, то есть, не всем надо становиться бизнесменами, не всем надо становиться предпринимателями, не всем надо так же, как и пасторами. Плохо было бы, если бы все церкви были пасторы, да? Не только Евгений, да? А сидят одни пасторы, и все запасли друг друга. Нет. И были судьи, да? И случился голод. Смотрите, стране нужны учителя, Богу нужны юристы, профессионалы, христиане, Богу все мы, все эти люди нужны, это нормально. Я не проповедник того, что всем нужно заниматься бизнесом. Но если у тебя есть призвание, ты должен это делать. Дальше, что такое самозанятость? Давайте, сейчас мы уже в тренде, в теме. Что такое самозанятость? Давай в рамках время, деньги, силы. В рамках, в общем, если вы хотите, смотрите, почему я вам даю это короткое учение, как бы, да, вот, ну, это правда, это вот галимый университет мышления наш. Короче, ты управляешь ресурсом. То есть смотри,
Ну давай, грубо скажу, ну, когда ты управляешь людьми, ты управляешь ресурсами. Ты управляешь их временем, их силами и их деньгами. В каком-то смысле. Временем и силам точно. Понимаете? Или нет? Это так. И когда мы становимся самозанятыми, что мы делаем? Мы продаем свое время и свои силы кому? Запутываетесь? Кто платит? Да, вам, конечно, много нужно чего объяснять еще. Ладно, есть три вида клиентов. Первый клиент – это клиент-клиент. Второй клиент – это клиент-сотрудник. Третий клиент – это клиент-инвестор, кто дал деньги на этот бизнес. Может быть так происходить, что у тебя может быть в этой теме ты сам сотрудник и ты сам инвестор, но у тебя есть клиент. Вот самозанятому платят клиенты. Кто тебя может уволить – это клиенты. То есть тебе нужно что делать? Кто твой главный фокус? Клиенты. Как только у тебя появляется третий уровень, когда ты становишься бизнесменом, у тебя открывается компания, что происходит? Ты платишь деньги за время этих клиентов. Ты платишь деньги за время и силы других людей. Кто пришел в виноградник тебе работать, кто-то в 6:30, кто-то в 9. Ты с ними договариваешься, подписываешь трудовой договор, либо договор субподряда, либо ты нанимаешь компании или еще что-то. И вот это просто разные объекты управления. Вы поймите, друзья, я вам раскрываю тему управления самим собой. Есть тема управления своим домом. Написано, епископ должен, помните что? Управлять домом своим. Диакон управлять тем-то. То есть есть разные объекты управления. И к разным объектам управления нужен разный подход. Если ты самозанятый, тебе нужно управлять самим собой. Твой следующий уровень какой? Научиться управлять хотя бы одним человеком, наемным сотрудником. Передать кому-то свое мастерство там, и так далее, и так далее. Аминь. И в чем фишка Соломона? В том, что Соломон, он попросил мудрости управлять многочисленным народом. Я когда-то молился так же. Я давно увидел это место в Библии. И я всегда хотел иметь большой объект управления. Вот смотрите, у нас есть пастор один, вы его знаете. Ну да, я даже скажу, кто. Павел Рудаков. Ну, наш пастор «Дерево жизни» в Екатеринбурге. Все, все, я уже заканчиваю. И он как-то мне говорит, я хочу тысячную церковь. Я говорю, трудного ты просишь. Потому что управлять церковью 100 человек – это одно. Управлять церковью 1000 человек – это вообще другой объект управления. Это вообще другие ресурсы, другая структура управления, другое еще что-то, понимаешь? Поэтому если ты хочешь выйти в большое, если ты хочешь выйти в великое, если ты хочешь реально в Иеремия 3.33 или 33.3, точнее, где, о, Бог похочет мне показать невероятное, тысячная церковь, еще что-то. Готовься к чему? К цене. Многочисленным народом управлять сложнее. Цена больше, стресс больше. Мы платим стрессом, друзья. И вы думаете, что если вы управляете кое-как сами собой, а вы сможете сейчас управлять как бы чем-то многочисленным, не обманывайтесь. Нет. Вам нужно учиться управлять. Потому что одно дело помолиться, и Бог тебе дает помазание и дар. Это полдела, это хорошо. Но дальше тебе нужно очень много учиться, очень много развиваться. Очень много управленцами. Потому что если ты... Как понять вообще, что ты не в том окружении? Я говорил вчера об этом. Все очень просто. Все очень просто. Если все к тебе, дорогой, приходят за советами,
спросить, а как вот что-то сделать и так далее, все. Ты не в том окружении. Это не значит, что ты должен всех отправить, да, там, и как пилигрим, помните, уехать, жизнь, вечная жизнь, он всех, семью всех оставил, уехал в книге, да, Беньяна. Нет, это значит, что тебе нужно, как барону Мюнхгаузену, как сегодня пастор говорит, я себя из больницы, из болезни, там, 38, как барон Мюнхгаузен, зачем себя вытаскивать? Тебе нужно также вытаскивать себя в другое общение, где не к тебе будут приходить посоветоваться, а тебе говорят, слушай, тебе, может тебе помочь, братан? Что-то, по-моему, ты как-то, ну, не так управляешь, как бы. Конечно, сложно попасть в это общение, в это окружение, потому что там тоже надо платить большую цену, там нужно снова как бы служить, снова платить деньги, снова что-то делать. Вот и все. Поэтому, друзья, я смотрю, вот такие просто как бы, ну какой-то даже, какой-то жескач, я говорю. Поэтому смотрите, друзья, ну мы же договаривались, что это будет другой формат. Я живу в этом формате. Спасибо, Господи. Ну, правда, я управляю многомиллионным бизнесом. Это сотни миллионов рублей. И кому-то моя жизнь кажется сказочной и замечательной. Но этим надо управлять. И поэтому мне приходится дисциплинироваться больше, платить больше цену и так далее. Почему? Потому что у меня большее количество ресурсов. И, соответственно, большее количество ответственности. Поэтому кто-то из вас может сказать, окей, мне достаточно, я и так доволен. И это тоже нормально. Не обязательно кому-то становиться, как я. Но если ты расти хочешь сделать, пойми, тебе нужно развиваться в управлении. В управлении. Поэтому Соломон построил самое великое государство вообще того времени. И к нему все, припомните, все. Его в чем проблема была Соломон? Что все у него больше? Нет, у всех были пророки, у всех были наставники. Соломон именно поэтому улетел в конце, потому что он просто стал самым главным, самым мощным, самым помазанным. И эти жены его вот только поэтому и раскатали потом. Потому что он все как бы. То есть ему не у кого было учиться. Царица Савская. Вот. И вправду, Соломон, так у тебя круто. Это тоже очень важно, что если ты будешь... Ну вообще, на самом деле, есть только два пути. И мы молимся. Все. Это развитие и деградация. Другого нет. Либо ты развиваешься, либо ты деградируешь. Либо ты соглашаешься с позицией, и так сойдет. Стагнация, деградация. И вот ты уже. Давайте будем молиться. Будем молиться о том, чтобы управление... Во-первых, чтобы мы разобрались, что такое объект управления. Вообще, чем мы сейчас управляем? Научились управлять собой. Взяли ответственность за себя, за свою жизнь, за тот удел, за то служение. Все должно быть четко. У вас вообще пастор немец. Мне недавно один брат, он говорит, у меня жена немка. Брат говорит. Я говорю, и что? Он говорит, ну, мне раздражало вообще. Он мне говорит... А он сам, ну, там, не русский тоже какой-то. Ну, мы сейчас все русские, как бы. С нами Бог. И он говорит, я, говорит, приходил домой, говорит, неуправляемый хаос. Я раскидывал все вещи, говорит, просто раскидывал. Я ей говорил, пусть они валяются, он раздражался. Она, говорит, подходила, все аккуратно складывала по полочкам, аккуратно. Я говорю, и что? Как? Он говорит, я все складываю по полочкам, все аккуратно. Она... Порядок всегда победит хаос. Развитие всегда победит деградацию. Управление всегда победит бунт. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя. Thank you.
Боже, та церковь растет и развивается, в которой есть управление. Та организация развивается, в которой есть управление. Господи, Господи, мы молимся Тебе. То, что было на Соломоне, вот это управление, даруй нам управление многочисленными большими объектами. Я знаю то, что здесь, в этом церкви, в этой общине, Ты даешь большое видение. И мы молимся, чтобы Ты поднимал управленцев. Людей, которые будут управлять собой, которые могут управлять многочисленными объектами, многочисленными финансами, многочисленными людьми. Во имя Иисуса, Господь, во имя Иисуса, даруй дар управления, дар управления, дар управления. Я принимаю его с небес. Во имя Иисуса Христа, Господь. Друзья, я хочу пригласить вас на программу «Мышление Царства». Это моя авторская программа, в которой я собрал весь свой опыт в бизнесе, служении и финансах. Основная ее задача – переключить ваше мышление с состояния убытка и стагнации в состояние роста и изобилия. Пройдя эту программу, вы научитесь разбираться в финансах и вырастите в доходе, найдете рычаги для роста и масштабирования, разберетесь со своим призванием, миссией и служением. Эта программа не только для предпринимателей, она подойдет тем, кто работает в найме и самозанятым, а также она идеально подойдет для лидеров и служителей церкви. Более 1000 людей прошли наши обучение в ходе, нашли свое призвание и умножились в бизнесе и служении. Я решил подарить вам доступ к одному из уроков мышления царства. Посмотрите его, и тогда многое в вашем мышлении и бизнесе